Я знаю, что ты хочешь. Обратно я не вернусь. Еще бы чуть-чуть. Ты в порядке? Тень пытается прорваться внутрь. Мы с моим другом просто хотим, чтобы тени ушли. С земли? Точно. Вот как звалось то место. Я была там. Очень давно. Тогда меня, кажется, звали Клементиной. Я помню кровать и шлем. И множество проводов. И игл. Шлем заставлял меня видеть сны об этом месте. Теперь это мой дом. Это Страж. Он защищает этот мир. Я видела сны о нем, когда была на Земле, когда тени напали. Страж привел меня сюда, спас меня. Мой друг дал мне свою силу. Теперь мы как единое целое. Корень? Ты имеешь в виду тень? Эти переплетенные штуки? Страж показал мне, что тень... Корень сделал с землей. Корень уничтожил все. Ничего не осталось. Нет! Я не хочу сражаться. Здесь я счастлива. Тут безопасно. Здесь мир. Не я выпустила теней наружу. Это не моя вина. Прости. Но я не могу вернуться на землю. Здесь корень нас не достанет. Не остановится, пока мы живы.
Ну что, начнем? Хорошо. Возвращайся, как подготовишься.